Супермаркет стройматериалов и предметов для дома. Каждый день здесь отовариваются тысячи покупателей. В целях предотвращения распространения коронавируса повсюду развешаны плакаты с рекомендациями о мерах безопасности. Есть разметка, санитайзеры, маски. В качестве эксперимента отправляемся в торговый зал. Проверим, смогу ли я купить товар без маски. Пройдя по залу, я отправляюсь на кассу. Беру товар, чтобы не вызывать подозрения. Еще до того, как подошла моя очередь, кассир предупредила: без маски не обслужит. Делать нечего. Надеваю. На кассах каждого покупателя просят надеть средства защиты. Это говорит о том, что за режимом все-таки следят. По словам специалистов, находиться без маски в торговом зале при условии небольшого скопления людей допустимо, а вот в плотной очереди на кассах – нет. Сотрудники этого гипермаркета товаров для дома стараются следить за соблюдением установленных мер безопасности. Сами следуют им от и до. У нас маски меняются каждые 2-3 часа. То есть мы делаем такую пометочку, то есть как бы и... То есть мы в одной маске не ходим постоянно. И маски, и перчатки регулярно меняются. Для сотрудников предусмотрена и регулярная процедура термометрии. Каждые 2 часа им измеряют температуру. В случае ухудшения состояния немедленно отправляют домой до получения результатов теста на COVID-19. За соблюдением режима безопасности в этом и других магазинах регулярно следит комиссия специалистов. Как вроде все в состоянии нормы. Хотелось бы, чтобы это все соблюдалось и далее. Подобные проверки проводят несколько раз в неделю. Обходы совершают в торговых центрах, продуктовых супермаркетах и других местах массового скопления людей.